Друзья, всем привет! Отмыл посуду, которая была на даче. Где-то что-то я прикупил. К примеру, вот это было у нас уже все. Досталось, как говорится, по наследству. Это я прикупил. Ну, за копейки. Покупал видеомагнитофон, а это мне дали в навес. Немножко доплатил там. Сейчас рассмотрим поподробнее, что у нас тут есть. Во-первых, это такие вот сервизы. Один БДР, второй Польша. Вот это Польша. Есть таких 5 чашек. Даже 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Две тарелки. Потом он такой симпатичный соусник. Поланд. Ну, это 90-е года, начало 90-х. Тогда модно было, все возили с Польши, с Германии. Открылся занавес, как говорится. Симпатичное, это фарфор. Смотрится здорово просто. И еще есть Германия. ГДР. Вот один чайничек. Так. Нет, здесь... Made in Poland, это тоже Польша, вот этот чайник. А ГДР у нас, вот он, чайничек. Made in ГДР. Ну, почему у него такая крышка здоровая? Я так думаю, это не отсюда. Скорее всего, это какой-нибудь сахарницы. Но пусть будет так. Видно, позолота потерлась. Тоже где-то 90-е годы, вот это все начало 90-х. Потом есть такие вот стаканчики, чарочки. Ну, мне кажется, из той же серии. Германия, 90-е годы. Есть тоже 90-е, Польша. Смотрите, какие красивые стаканы. Оп. Ну, здесь вот такие картинки, они, когда заливаешь воду, они как бы раздеются, так они одеты. Ну, как, например, здесь. Вот когда она в таком сухом состоянии, она как бы одета. А когда заливаешь воду, сразу разъедется. 90-е это где-то 93-й, 94-й, 95-й год. Вот эти стаканы. Более ранний период это рыбки. Вот. Их очень много было произведено, выпущено все года. Но это 70-е, 60-е годы. Более старые, советские. Такая рыбина здоровая. И к ней несколько штук таких рыбок. Типа как стопочки такие. Ну, не знаю, как удобно с них пить. Но в секции, наверное, в сервантах было много у кого такого. И более старые еще есть такие стопочки. Даже не стопочки, по 50 грамм. Качественные. Вот это вот, кстати, посеребрение. Видите, внутри латунь уже проявляется и посеребрение слазится. Но оно еще осталось очень четко. Совсем незначительные потери. Тоже где-то 60-е годы. Рюмочки. Рюмашечки. А не хлопнут ли нам по рюмашечке, как говорится. Красивые чашки. И вот такой сливочник. Тоже той же коллекции. Парвух Валбруч какой-то Made in Poland. Made in Poland. Ну, сливочник такой. Шик. Классно. А ГДР, походу, здесь было вот это и вот эти две тарелки. ГДР. Ну, а это... Советский период, ранний, ну как ранний, это 60-е годы, 2С2, то ли 2 рубля, 2 копейки, я не совсем понимаю. Ну, чайничек, здесь непонятно, что это, тоже 2С2, нет, это, наверное, маркировка такая. Вот такой кувшинчик, я так понял, для молока, ну, или для какой-то жидкости.
И супница. О, какая шикарная просто. Это тоже Советский Союз. 60-е, 70-е года. Та же маркировка. Ну вот это все в прекрасном состоянии. Раньше делали качественно это все. Можно использовать без проблем. Немножко есть изъянчики, конечно, здесь вот скол слегка есть. Потом на этих румашечках там вот один скорик есть небольшой. Ну, понятное дело, столько лет прошло. Ну, в общем, все смотрится достаточно неплохо и шикарно. Отмыл почему? Хочу это все потом поставить в сервант на даче, чтобы смотрелось все здоровски. Ну и периодически этим всем пользоваться по мере возможности. Друзья, всем спасибо и пока. До новых встреч.